Здравствуйте, с вами компания Электромотор. Мы хотим сегодня показать вам в нашем видеообзоре насос Педрола, а вернее, как он выглядит, оригинальная продукция на 2021 год. В данном видео мы представим модель Педрола GSVM 2X. Это модель, которая одна из самых популярных поверхностных центробежных насосов для бытового пользования. На базе этих насосов делают насосные станции. Они используются для перекачивания воды, для подачи в дом, для полива, для повышения давления и прочее. Значит, таким вот образом на сегодняшний день выглядит насос Педрола GSVM 2X. Это оригинальная продукция, производство Италия. Много наших клиентов спрашивают, чем отличается подделка от оригинала. Мы, в принципе, снимаем каждый год видеообзор для того, чтобы показать, какой же на самом деле он есть воочию. Значит, насосы каждый год могут вносить производитель в насосах какое-то видоизменение. Поэтому если что-то отличается от того, что у вас стояло ранее, это не подделка, а просто модернизировано. Поэтому на сегодняшний день показываем на 2021 год, какой имеет внешний вид насос Педрола оригинальной Италии. Значит, у него идет насосная часть чугунная полностью. Значит, здесь впереди у нас имеется выбита на самом чугуне фирменная лейба Педрола. Значит, идут специально такие вот пластиковые заглушки. Сверху и на бок это, значит, всасывание и напорные патрубки, куда вставляются. Вот такой вот идет латунный винт. В принципе, он был ранее. Цвет такой насыщенный, темно-синий-голубой. Не темно-голубой, но такой, между голубым и синим. Также здесь, возле на клемной коробке, есть также отпечаток Педрола и фирменный знак. Причем он не красный сейчас, 2021 года. На самой этикетке, которая здесь вот установлена, она идет как шильдик, но не наклейка такая вот, да, просто наклейка. Она вот такая, как вроде как металлическая, слышите, да? И ну, на специальных заклепочках. На них тут все пробито, выбит, видите, лазером выбит номер. Значит, серийный здесь у нас имеется все показания. Также выбито на самом корпусе то, что произведено в Италии. То есть ничего не наклеено, не написано как-то поверхностно, все хорошо литое, оттисками, выбито лазером. Вот оно чувствуется, что оно качественное. По самому двигателю тоже очень хорошо, видите, все прокрашено, нету никаких изъян, очень довольно-таки даже гладкая крышка, как хорошо сделана, качественно. Ну, чувствуется, что это действительно оригинальная продукция. Так вот он выглядит. Можно посмотреть снизу. Значит, насос устанавливается у нас на две лапы, на насосную станцию, допустим, да, на гидроаккумулятор или на другую площадку. Что еще идет по поставке? Коробка. Вот в таких упаковках он приезжает. Красочная упаковка, также все насос. Те же самые идут бренд Педрола, производство. Обязательно повторяется этот же самый у нас шильди, которые на самом насосе, как мы видим. Да, серийный номер, да? Серийные номера также здесь должны присутствовать. Ну, да? Я вижу серийный номер. Да, код, серийный номер, штрих-код. Как бы тоже видите все. То есть как бы так наклеено штрих-код. А где здесь у нас серийный номер? Давайте посмотрим. А, 20. 20CI028. Ну тут 20.02.81. Здесь, в принципе, 20.02.81. Видите, тоже совпадает. И на насосе 20. 0281. Только единственное, что здесь без букв CL. Но оно, вот серийный номер совпадает. Тоже это очень немаловажно. Вот. Вот, в принципе, вот таким образом на сегодняшний день у нас поставляется насос. Также обязательно идет вот такой вот паспорт. Раскладка такая большая книжка. Тут он в нескольких языках. Ну и дополнительно гарантийный талон. Гарантийный талон, говорю сразу, может быть разным. В зависимости от того, кто импортирует данный насос в Украину. У нас есть несколько импортеров и авторизированный сервисный центр официально. Их тоже несколько, потому что каждый импортер и свой сервисный центр дает свой гарантийный талон. Поэтому мы не показываем его, так как он может отличаться. Это единственное, что может постоянно отличаться, в зависимости, где вы покупаете. А вот это все остальное, это все родное, то, что приходит изначально. А сколько гарантия, Надежда? Стали. Гарантия 1 год на всю продукцию Педрола. На насосное оборудование все идет 1 год. Но, как правило, работают они 10 лет и больше, в зависимости от эксплуатации. Поэтому, если вы хотите покупать оригинальную продукцию, обращайтесь в нашу компанию «Электромотор».
Телефон для покупок 044-500-38. А промокод? И также на нашем сайте цены ознакомительны, поэтому всегда для наших подписчиков YouTube канала, постоянных клиентов, действует промокод на скидку. Промокод на скидку у нас насос 2020. При покупке на сайте вбиваете товар в корзину и там вводите данный промокод, автоматически получаете дополнительную скидку. Надежда, можете еще для того, чтобы поддержать наших покупателей, ориентировочная цена вот на сегодня, на январь? На сегодняшний день ориентировочная стоимость в среднем составляет 4000 гривен, но это на сегодняшний день, потому что курс также скачет, все уточнить. А мы можем на 5 дней для тех, кто смотрит наш канал, сделать какую-то спеццену? Там 3800 можем сделать? Мы можем сделать даже 3700, чтобы вам было еще приятнее. Поэтому 5 дней для тех, кто смотрит наш YouTube канал, спеццена на данный сос Педрола 3700. На сегодня у нас 16... С момента выхода видео. Ну давайте, с момента выхода видео. Смотрите дату, когда вышло видео. В остальные дни просто вводите смотрите промокод. Смотрите на нашем сайте, да, какая цена, и вводите промокод.